Кызылординской области задержали двоих мужчин, которые последние пару лет безнаказанно грабили своих односельчан. Любители легкой наживы обчистили 5 частных домов и центральный сельский магазин. Ущерб только от последних двух краж составил свыше 2 миллионов тенге. Задержали преступника в ходе профилактической операции «Квартира». Сейчас они дают признательные показания. В феврале 2014 года они у жительницы районного центра похитили деньги и золотые украшения на общую сумму 1 миллион 225 тысяч тенге, а месяц назад проникли в центральный магазин и забрали наличность в размере 1 миллиона тенге. Оба задержанных местные жители, нигде не работающие. Старшему 21 год, его подельнику 19.